Приюту для бездомных животных «Умка» передали гуманитарную помощь, собранную в ходе акции «За сумка» при поддержке Общественной палаты Ямала. По словам волонтеров проекта «Протяни руку лапе» с помощью горожан, удалось собрать необходимые предметы и средства для ухода за собаками и кошками. От организаторов окружной акции «За сумка» и волонтеров проекта «Протяни руку лапе» хочется сказать огромное спасибо всем активным муравленковцам. Помогали приюту не только отдельные семьи, взрослые, дети, но и целые организации, детские сады, группы. Муравленковцы были очень активными, и мы надеемся, что так будет и впредь. Таких акций будет еще очень много, и летом вас ждет одно яркое, интересное событие. Какое? Пока секрет. Подробнее обо всем, что касается помощи приюту и бездомным животным в городе Муравленко, вы можете узнать в группе ВКонтакте «Протяни руку лапе».